вопрос, что такое с вами должно случиться, чтобы вы были нужны другим, и чтобы другие тоже как бы были вам интересны. Чувствуете нехитрый вопрос? У вас должны быть навыки, умения, таланты, человеческие качества, которые нужны другим людям. Да? Тогда вы будете нужны им. А вам они будут нужны, если вам эти люди будут интересны, если вы способны их видеть, если вы способны их понимать, их, как бы их сочувствовать им, сопереживать им. А для этого надо уметь реконструировать их. Нужно не ходить там, всем штампы навесили, там, и все, всем понятно. А как бы уметь ими интересоваться, уметь их и раскрывать.